так себе, кстати. Ну, в общем, так выглядит волны. Больше снимать не буду. Пошел купаться. В общем, сейчас здесь штиль. А мы готовимся к волнам. Здесь сейчас волны скоро будут. Мы, мужики плавают. Мы будем здесь. Что скажешь, Мариш? Аня, что скажешь? Что? Что скажешь? Здесь волны очень опасны. Волны очень опасны. Сейчас посмотрим на волны. А здесь и собачий. Вау, вон он начались. Аненыш, иди сюда. Вон такие большие стали, я как бы утонул, потому что я... Смотришь, Аня подал руку и... Смотри. Мышка была. Ребенок, ты что тут любая? Да, у нас такая горка есть. В общем, этот шторм, в эти волны, я чуть не потерял свои очки, поэтому я пойду отнесу камеру, потому что я еле-еле успел их поймать, мне волной их сбило, так что лучше я без камеры побуду. Это было произведение Маринкина. Вот она. Такой горки сама спустил. Сейчас Аненыш решила пойти с другой стороны. Ладно, стартует. И...
приземлением. Ты поцарапала, что ли? Ну, в общем, мы закончили водные процедуры. И с Аненушем идем сейчас на американские горки. Здесь вот есть лягушатник. Бабочка на американские горки? Ну, похоже на американские горки. Ага. Маришка осталась там проходить водные процедуры. А мы пошли вон туда, прямо. Здесь, видите, еще много разных аттракционов. Машинки вот, которые... А я не помню, снял я машинки, не снял. Что-то я, по-моему, забыл снять машинки. Снял? Не, я их не снял. Вот, сейчас покажу вам машинки. Тогда аттракционы, которые здесь вообще есть. Ну, здесь карусель. Карусель. Гольф. В общем, здесь и детские есть, а вон машинки есть. Вот мы на этих машинках, кстати, не ездили. Не, ну туда подальше. Но здесь вот такие есть. Карусель тоже. Вот тут пит-стоп, где мы кушали мороженое. А, сюда? Слушай, а по-моему нет. Иди сюда. А, не, может быть туда. Ты лучше знаешь, точно? А вот здесь этот. Такие машинки сейчас вот проедут. Вот Анька вон туда хочет пойти. А я сейчас покажу, мы вот на этих машинках катались. Где они там? Опа, давай пока мы ждем. На этих прокатимся? Да. А, там, по-моему, закончились уже. Пошли. Мы, в общем, вот на таких машинках мы катались. Здесь можно и с ребенком. А? Так давай я сниму, как ты катаешься. В общем, мы хотим снять, как Аненуш катается вот здесь. Ань, спину ровно, держи, некрасиво. Сейчас вот человечек заведет все это дело. Ну, что нам надо в очередь поставить. Ну, в общем, сейчас будет Формула-1. Видите, тут как взрослые, так и дети могут кататься без всяких ограничений. Вау! Ну все, поехали. Такой небольшой кружок здесь. О, и первая авария уже. Эх. Значит, есть место, где дурака повалять. Машины сейчас приехали. Аненыш, какую машину выбираешь? Красно-зеленую. Какую-то из машин. Что ж они делают? Не знаю. В общем, сейчас мы пойдем. Я за тобой попробую встать. Но я, если на красную, зависит, куда ребят пойдут. Аня, подожди, Аня. Ань, куда ты пошла? Вот на эти. Давай туда. Вау. Аненуш хотела сесть на двухместную машину. В общем, что сказать, педаль тормоза и педаль газа.
педаль газа, тормоза и педаль газа. В общем, если я нажму педаль газа, то я врежу сванку. Ну что, сейчас у нас будет видос с этого, с кабины пилота. Вон они, наш пилот номер один. Эй, я нажал же. Да, вон, Алена, что пилот номер один. Сейчас мы поедем, покажем класс. Сейчас тут будет рассказ о том, что к чему. Да, кстати, ну, в общем, вот так будет машина. Вон, видите, движок. Вау. Да, сидбол, я забыл присоединиться. Первый раз мы ездили, нас не спросили с сидбелом. Ты пристегнулась? Я так натренировал Аненушу, что она пристегнулась, а я нет. Немножко мало, маловато машин, ну ладно. Сейчас поедем. Мне некуда высовывать. Интересно. Сейчас понял, что зовут. Ну все, все, я ж поехал. Во. Она без разгона уже не едет. Нету. В общем, я не отвечаю за качество этой съемки. Ну надо не на что такая. Все закрывается.